Игровой ПК за 10 125 000 сум. Тесты в конце видео. Материнская плата Gigabyte B660M, процессор i5-12400F, процессорный кулер Deepcool Gamax AG400, оперативная память Lexar 2x8 на частоте 3600. По накопителям у нас Kingston 250 ГБ M2 NVMe и Hard на 1 ТБ. Видеокарта у нас RTX 3060 на 12 ГБ. Все это питает блок питания на 650 Вт. И умещаем мы все это в кейс MG11TG. Тесты проводим в трех играх: Call of Duty Modern Warfare 2, Ghost Runner и Horizon Zero Dawn.